сейчас я сижу на очень большой коробке с бластерами Nerf. И там лежат бластеры Nerf Ultra. Я специально надел желтую курточку под цвет этой линейки. И давайте распакуем эту огромную коробку и узнаем, что там внутри. Ультра 2. Ультра стрелы 60 штук. Ультра 1. И в комплекте для безопасной игры положили вот такие Digital очки. Пушистые. Вот. Ультракот. Ультракот. Черно-белый. Он реально ультракот. У меня есть все эти бластеры, но что с ними делать? Я хочу снять отдельный ролик на свой канал, где с помощью этих нерфов прямо в своем дворе сделаю настоящий нерф-чемпионат. Если ты ждешь это видео, то поставь лайк, и тогда я его уже выложу намного и намного быстрее. В этом же видео я просто хочу распаковать все эти бластеры, пожамкать в них руках, пострелять и сформировать какое-то первое впечатление. Второй ультра я уже нерфил. И первый тоже. Но эти бластеры появились в моем личном владении, и меня это очень сильно радует. У вас, естественно, вопрос, откуда у меня эта коробка? Почему здесь сразу в комплекте идут батарейки, когда обычно нерф их в комплект не кладут? Откуда здесь очки? И, собственно, откуда я взял этот бокс? Эту коробку мне прислали сами нерф российских отделений. Им за это огромная благодарочка, потому что я могу снять очень крутой ролик с чемпионатом, где будут юзаться и эти бластеры. Такую коробку в свободной продаже купить нельзя, но все эти комплектующие, собственно, бластеры и батарейки, можно купить по отдельности. Поскольку я очень и очень горю тематикой нерф, все эти бластеры уже до официального их анонса в России я уже подержал на Ультру 2, даже обзор снял. Ну и, собственно, давай, да. Ярик! Ты куда распаковался раньше времени, дурак? Мне очень нравится стилизация коробок именно ультра. Во-первых, в последнее время я стал фанат коробок именно закрытого типа. А, я понял. Ультра-белый, мяч белый. Вот почему они Дзюбу позвали. Тут есть автограф Дзюбы. Тот, кто шарит за футбол, наверное, должен этому порадоваться. Я не фанат футбола, во всей этой тематике ничего не понимаю. Мне в первую очередь интересен сам бластер и, собственно, что с ним можно сделать. Ля какой! Удобная рукоятка, и это очень важно. Он даже без батареек увесистый. У него здесь такая золотая надпись «Ультра», но с другой стороны она белая. Сейчас я вам предлагаю вставить батарейки и немного пострелять с этих «Ультр». Заряжаю сейчас «Ультра 1». Смотрите, в чем прикол. У него не заполнен барабан, хотя стрелы в холдер я, ну, все как бы загрузил. То есть, вы понимаете, стрел лишних на «Ультра» нам не доложили, то есть в чем прикол, их положили чисто на барабан. Они черные, они очень быстро теряются, и без доп. Стрел, собственно, ты им не поиграешь, потому что они очень быстро потеряются. А почему оно точнее с него вылетает? Итак, «Ультра 1» и «Ультра 2». Я, собственно, с них пострелял, что хочу сказать. Ультра 1 это такой вариант именно самого запасливого бойца. У тебя здесь 25 стрел в барабане, это довольно много. То есть можно ходить, поливать по противникам. Дополнительные стрелы в прикладе, это очень круто. Он сам по себе массивный, выглядит круче. Ультра 2 это более компактный вариант, собственно. Ультры, чтобы можно было ходить, буянить. Для тех, кто хочет ультру, это прям, ну, вот так вот. Кстати, у тебя есть возможность выиграть ультра, либо ультра 1, либо ультра 2 с автографом Дзюбы. Чтобы это сделать, тебе надо перейти по ссылке в описании и попасть на официальный сайт Nerf и найти игру «Пробей как Дзюба», выполнять там задания, собирать звездочки, попасть в топ, собственно, и тебе подарят эти бластеры. Как по мне, это, ну, просто стонг небывалых масштабов. Я тебе рекомендую подписаться на этот канал, потому что я хочу сделать как минимум еще 2 ролика с ультрами. Это обзор полноценный на Ультра 1 и соревновательный ролик, где мы будем сражаться за главный приз с этими ультрами. Также я хочу выложить обзор
обзорная Elite 2.0 Эхо и обзор на винтов Fortnite AVM. Подписываюсь, тут много интересного. Смотрите ролики. С вами был Дизмон. Всем пока!